Ну что ж, все. Кино не будет. Сами знаете, электричество кончилось. Таирова, тьма. Просто тьма, вон копейка горит свет, но там генератор. Понятно почему. А так просто уже многие вангуют, где я сегодня вот не был. Говорят, что вот не знаем, что будем делать, потому что сейчас уже непонятно, что будет со светом. Потому что, ну, не знаю, последний это такой удар прям. Или предпоследний, чтобы уже совсем обесточить. Но я смотрю, что темно. Ну, блин, в прошлый раз тоже так же было. Так вот это все выглядит. Если у вас есть генератор, то вы король сейчас в Одессе. Но генератор никуда не поставишь, если вы живете в многоэтажке. Вот в Аркадии один тип поставил в корзину для кондиционера генератор. Он у него и загорелся. Короче, запрещено это, судя по всему. Мне сказали, что запрещено вообще где-либо в доме многоэтажном ставить генераторы. Ладно, глянем. Вообще погодка, скажем так, есть такое выражение, не айс, но сегодня прямо на айс. Не дать, не взять. Вот я сейчас ехал, и у меня машина буксовала на льду. И здесь уже, когда заехал с Черноморки более-менее в цивилизацию, здесь оно еще нормально, можно ехать. А там где-то в переулках, там скользко, снег, и уже некомфортно. Совсем некомфортно. Вангую, что будут длинные очереди за бензином снова. Я уже видел небольшую очередь. Потому что теперь генераторы еще больше пригодятся народу. Ой-ой-ой, посмотрите. Вот такая вот очередь на ОКО. Я не знаю, почему на ОКО, им там медом намазан или чем. Но здесь вот самая длинная очередь. Я не знаю, хороший здесь бензин, но как по мне, вообще ничем не отличается от другого. Цена только выше. Может быть, здесь есть какие-то у них талоны или акции. Фиг его знает. Но вот я еду сейчас по городу, в принципе, бензоколонки же все работают. Еще им надо сюда стоять, вообще не понимаю. Кто-то, может, объяснит в комментариях, почему так. Может, они какую-то фишку там себе пополняют путем заправки автомобиля. Блин, но с другой стороны, вот эти заправки не работают. У Укрнафта, Мото, да, три заправки не работают, только там работает заправка. Но это в этом районе, а в других районах, в принципе, я смотрел, заправки работали. Пока все, если что-то будет интересно, обязательно дам вам знать. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться с Одессы. Всего хорошего, мирного неба над головой и до нового видео. До свидания. Что, поехали? Ну что, попробуем сейчас рекорд поставить. Фу. Ну, недолго музыка играла. Надо тренироваться. Фу. Начал за здравие. Четыре 37. Дошел до 24 этажа. Рекорд пока.